Всем привет, сегодня 2 мая, и сейчас мы в ожидании главного республиканского конкурса красоты «Мисс Казахстан». Ну, пока мероприятие не началось, давайте пообщаемся с людьми, собравшимся, за кого они болеют. Пойдем. Идешь? Я болею за свой родной город, за Караганду. Потому что когда-то я сама представляла этот город, и я, в общем, патриотка. Вы бывшая участница «Мисс Казахстан»? Да. Ну, как думаете, кто победит? Я, конечно же, буду болеть за свою землячку, Мадину Батык. А, так, конечно, победит сильнейший. Я считаю, что те, кто всегда должен участвовать в таких конкурсах, это девушки, которые всегда следят за порядком в зале. Почему вы не участвуете в «Мисс Казахстан»? Вы же такая красивая. Я хотела участвовать, но именно в тот день, когда хотела этот на кассе пойти, я в обморок упала. Ну, пожелаем удачи, давайте в следующем году попробуем. Спасибо. А что это у вас за интересный образ такой сегодня? Это замечательный образ, который мы посвятили сегодняшнему прекрасному шоу и новой королеве красоты. Мы так его назвали по-английски «New Kaiser's Look». Красная леди, мы надеемся, сегодня самая красивая, самая талантливая, самая умная победит. А вы сегодня за кого пришли болеть? Я вообще сегодня пришел посмотреть вообще в целом на все мероприятие. Ни за кого болеть не буду. Мисс Казахстан 2019, и ею становится... Гордились родители. Думаю, я продолжу свою специальность, буду работать по специальности, буду развивать нашу страну. Также буду развивать туризм в нашей стране, потому что наша страна имеет большой потенциал. Очень много планов. Теперь моей целью является достойно представить наш Казахстан на мировом уровне, на конкурсе «Мисс Мира». Для меня большая честь представлять свой Казахстан.